Я сегодня подала заявление по 187 округу и по федеральному списку для предварительного партийного голосования на праймерис. Я полагаю, что каждый имеет право и каждый имеет шанс и возможность попринимать участие в таком мероприятии, как партийное голосование, которое поможет оценить свои возможности в дальнейшей работе и в дальнейшем участии как кандидат в депутаты в Государственную Думу 8-го созыва. Предварительное голосование пройдет только в электронном виде. Любой желающий может подать документы как на участие, так и сможет проголосовать, выбрав своего кандидата. В последующем партия будет выдвигать наиболее популярных кандидатов на выборы в Государственную Думу. В условиях пандемии многие ресурсы переходят на электронный формат. В этом году голосование пройдет, смогут принять участие все желающие, кто зарегистрирован на госуслугах. Ну и, соответственно, подсчет голосов и вмешательство в процедуру голосования повлиять никто не сможет. 5 лет отработав уже депутатом Государственной Думы 7-го созыва, я активно работала с избирателями, я проходила по федеральному списку в этот состав, и сегодня хочу попробовать свои силы и по округу, и по списку. Продолжаю поддерживать отношения и работать в регионе, поддерживать отношения с своими избирателями, оказывать им всяческую поддержку. И у меня, как я говорю, вырастают крылья, когда я помогаю людям, и у меня есть такая возможность помочь, я хочу это продолжать делать, оказывать практическую помощь нашим жителям нашего региона.